Доброго времени суток всем еще раз, дорогие друзья. С вами по-прежнему наша замечательная студия аналитики. И мы продолжаем обсуждать происходящее. Я вот осуждать. Сижу, читаю твиттер. Осуждать, обсуждать и так далее. Ну что ж, к нам вот присоединились как раз НС и Лост. И Лост, в чем составе ты появишься? Давай, начнем по порядку. Я пока думаю. Я вот пока думаю, в чем составе я появлюсь. Вот вопрос, Роман, может, хватит болеть за европейцев и за не СНГ-шные коллективы, потому что твои ставочки, они уже под вопросом. Почему-то они все время сыгрывают. Ну, пока да. В принципе, на пока. На саммите... Они весь International сыгрывали и вообще последние полгода. Поэтому я и боюсь делать ставки, потому что как только я начну это делать, все пойдет сразу наперекосяк. Пока что я просто устно угадываю. Пора за наших болеть. Возможно, пора болеть за наших. Но если бы наши, например, себя еще... порой в организационных вопросах вели, ну, нормально, некоторые команды, я не говорю, допустим, там, про там, Нави или еще кого-то. Ну, есть у нас команды, которые могут просто несерьезно относиться, например. По именам, пожалуйста. По именам, давай. Чтобы люди знали свои дела. Чтобы не быть голословным. Нет, я воздержусь. Кто реально плох? В смысле, плох именно по внеигровым моментам или по внутриигровым моментам? Нет, по внутриигровым моментам мы видели. Вот скажи, кто трудится? Вот кто, на твой взгляд, трудится больше всего? Кто трудяга? Кто эта пчелка? Мне кажется, Майя. Что Даня, в принципе, неплохо трудится. Есть у меня мнение, который Дэнди. Угу. Вот он вроде нормально. Еще. И поигрывает. Героев хорошо. Теперь называй. Герой? Антигероев. Ладно, как тебе Парк? Пак. А, Пак как герой в принципе? Да, ну, ты же сам писал, что винрейт Пака уменьшается в прямом эфире. Я не смог написать, потому что Wi-Fi не работал, чтобы это было в прямом эфире. Так я написал после игры, но он действительно снижается. Да, я где-то на 15-й минуте уже написал. Где-то процентов 10, наверное, сейчас, да? Было 14, где-то 10. Нам 15, близится к десяточке. Не, может быть, даже меньше уже. Скоро будет как Bounty Hunter у Андрея Чепенко, вот 8% винрейт на профессиональной дота-сцене. Да? Из скольки игр? Ну, это у него перед каким-то прошлым интом или позапрошлым интом была такая статистика, что... Бодрая статистика. Винрейт на Bounty Hunter 8%. И на ФП его. Да. Ну, ты понимаешь, что сыграть, чтобы даже минимально выбить 8%, это надо уже много сыграть. Ну, я понимаю, да. То есть, типа... 8% просто так не дают. Да-да-да, то есть они с неба не падают. Это 2 игры, 3 игры 33, 4 игры 25... Ну да, слушай, это игр 10 надо? 12. Да. Где-то проиграть. Да? Проиграть. И одну выиграть. Где-то так. Нормально. Плюс-минус. Короче. По существу. Как вам вообще фениксы? Вот, давайте. То, что Na'Vi сыграли не очень хорошо, это, я думаю, ни для кого не секрет. Феникс. Могу только как бы сказать, что... как бы не так плохи оказались Power Rangers, как выясняется теперь. Да и ты молодцом, Ярик. Да и я нормально, да. Все познается в сравнении, это теория относительности. Как бы после вчерашнего ко мне все такие говорят, там... Слил катку. А теперь... Не, никто мне не говорит, что я слил катку. Просто типа, ну, Фениксом проиграть, типа, вот это... Все, кто еще может, кроме этот прийти, слить Фениксом. Еще увидели 5 человек, которые могут прийти слить Фениксом сейчас. Клуб. Новый клуб можно создавать. Действительно. В принципе, если Фениксы обыграют всех 2-0 и займут первое место, то ты можешь смело говорить, когда что ты бы взял топ-2. Когда в гранд-финале они будут проигрывать или выигрывать, может быть, у Непов, я скажу, ну, извините, не поперло с соседкой. Он сказал, что я топ Европы, точнее топ СНГ-шный. Да, все верно. По факту так и есть. Ну, что сказать, как бы Феникс просто показывают, то я ожидал от них. То есть я от них ожидал даже еще чуть раньше, скажем, вот была Dream League пару месяцев назад, я там уже ожидал, что они покажут результат. Но на тот турнир, стоит понимать, как они попали. Они попали туда случайно, потому что кто-то отказался, и их пригласили, они находились в Баку. Видимо, прям в Баку, что ли, визы сделали, я не знаю. Mm-hmm. Может, у них были европейские, потому что у них все-таки серьезно, может, они там заранее визы делают, чтобы в случае чего вот, ну, мало ли, да. Прилететь вот так вот в Швецию. И, ну, в итоге они прилетают в Швецию, из Баку у них какой-то сумасшедший график и какой-то еще сумасшедший рейс был, потому что они его брали в спешке. Они летели что-то 30 часов, хотя казалось бы там лететь. И они прям прилетели. Даже толком не поспали, не отдохнули, и у них вечером этого же дня 3 матча, и на следующий день еще 3 матча. Ну, понятное дело, что в таких условиях можно и закинуть все, что угодно.
но они уже и даже там выспали более-менее. Они почти выбрались из этой группы, им там чуть-чуть не повезло. А там, глядишь, выбрались бы. Ну, и... А здесь они просто показывают, что они могут. Ну, они реально уже в нормальной форме отдохнули. Да. Они играют на европейском вот топовом уровне. Ну, это они уже показали. Нет вопросов. Я бы еще добавил то, что они очень хорошо задрафтили. То есть первая игра, Na'Vi first пикают Виспа, сразу Акс, который накрывает Камбу, прилетающую в это место, и сверху Вич-Доктор, который прилетает два героя, баночки, то есть великолепная логика от этих, ну, от этих персонажей. После этого Na'Vi сразу забирает Легиона, который вроде бы с Виспом что-то делает туда-сюда, и так получилось, что каким-то образом там еще пошли Паки и другие герои, не помню точный, да, точный драфт. И что мы видим? Два миличных кэрри, это Легион Командер и Бристлбэк, ну, такие средние. Против кого? Против Сларка. То есть, что такое Бристлбэк и Сларк? Это есть такая свинья, которая бегает, а и Сларк, который бьет ее и режет, и с каждой секунды бьет все больнее и больнее. То есть, Бристлбэк — это просто мясо. Такой кабан, которого он... Нарезает сало, да? Такой маленькой вилкой, но со временем он его доковыряет. Легион, который был вроде бы хорош, он остановился на том, что против него была контра-акс сразу. То есть, Легион дает кому-то дуэль, ты сразу прыгаешь его колледж, и Легион начинает нарезать 40 армора, вот как ковырять его потихонечку. То есть тоже не работает. И завершение всего — Вайпер. Вайпер, которого убивать было нечем. Вообще забей. Там Вайпер, он просто бегал вот как крейсер, знаешь, и так в одного пострелял, во второго пострелял. Причем, знаете, ему ничего не сделает, а он еще и армор пошел. То есть аутпик тотальный. Я таких аутпиков, я, честно говоря, за свою карьеру давно вообще не видел. Ну, не только свою, вообще за карьеру Dota, когда вот происходит. За все компетентно, что вот так вот ластпика можно было взять. Я тебе закину пару реплеев, ты посмотришь, что там. Бывают аутпики помощнее. Он, наверное, на Европе. Бывают, да. Не, в плане пиков я согласен. Только первый шаг к аутпику, на самом деле. Мы вот с Няшем тоже замечали на стадии драфта то, что постоянно были какие-то косяки. Один вопрос есть только к команде Na'Vi, и мы как бы задаем его не стесняясь. Почему вы берете Бристлбека как мейн кэрри против Акса, который уже там? Против Сларка, ну, который... Ну он же контрит! Ну, именно... Не, Сларк там, ладно, он ластпиком зашел, ну ладно, да. Ну, такое бывает. Ну просто он не мобильный. Почему вы не баните, может быть, там, да? Но против Акса, ну он разворачивает личиком это Бристлбека куда надо, и Бристлбек начинает набирать в лицо, побирать. Как бы синяки появляются, и подтеки. Ну, подтеки. И да. Первая игра была какая-то борьба, но там команды сражались. Вторая борьба, я видел, что у Na'Vi пик был более-менее, была видна агрессия, но в один момент я так подумал, так, там дизраптор, который дэмэджа не наносит, то есть маленький один Thunderstrike, и сверху Леон, который вроде бы дизейблит. То есть на двоих у них там в сумме будет 100 урона. Плюс есть Лордар, это миличник, который тоже только бьет с руки и дает станчик. Я вот подумал, ну, если Виз с Бристлбеком не убьют триплу на харде, то Na'Vi что-то еще смогут. В итоге, что мы видели? Эти нападения на Бристлбека с Виспом закончились там... Ну, первое закончилось хорошо. Первое они там быстро убили, потому что Висп занят был. Ну, это первое, да. А потом пришел Висп, и в итоге что мы видели? Команда, которая не могла убить, по-моему, физически Бристлбека с Виспом, они пошли драться и даблкиллы. Когда два героя убивают троих, то есть когда два больше, чем три, то опять на пять уже бессмысленно говорить. Это примета плохая народная, да? Да, очень примета плохая, потому что когда пять на пять, тебе уже не выиграть никак в такой ситуации. Да, и стоит отметить еще то, что известная на самом деле с давних времен бородатых комбинация палки Джаггернаута с Виспом. Это нереальный оверхил. И с Бристлбэком. То есть мы получаем здесь, ну да, неважно, кому Висп притизер, он выхиливает любого персонажа до фулл хп. На самом там деле, мы видели? За 6 секунд, в 7, наверное. В последней или предпоследней драке там в Бристлбека было кинуто вообще все, что можно было кинуть, вот в принципе все. Его накрыло статик штормом, в него залетел дум, палец, все что угодно. И сбоку стоял Барт. Да, и сбоку стоял наверняка Висп с тизером. Да, и Висп с тизером его как раз, да, похилял. И шанс был только если бы зафокусили Виспа за секунду, но походу... А там нет героев таких, которые могут зафокусить. Слардар прыгает, Дизраптор накрывает статик штормом, Леон дает свой палец смерти, еще туда прыгает Дум, который дает левел с Дэв, все бьют ручками, и ему конец. Но это... Даггеры нужны для начала, но... вот в чем дело. Нет, да, нужно не умирать втроем от двух героев, это первое. Но вообще было, потому что если Виспа не убить такой связки, это... Ну, нужно посмотреть выхиленный урон, сколько он урона выхилил. У меня есть ощущение, что он выхилил больше, чем некоторые герои вообще дэмэдж этот нанесли. То есть такое не часто увидишь. Ну там да, тем более, что вот мы тоже часто замечали, то, что героев, которые способны просто прыгнуть и разбить вард, как-то обычно там пак, знаешь, бывает с арбой, он там нырнул, разбил, или там иллюзии какой-то подойти разбить, это было невозможно.
Там не было врыва совсем никакого. И Варт, он стоял вообще, вообще всю драку он просто там стоял. Да. Заготовочка. Заготовочка. У меня есть другое слово на букву «За». И его никто не знает, потому что секретное. На самом деле, этот парень на Джиггерновте, кто бы он ни был... А кто был на Джиггерновте? Этот герой. Ну, я имею в виду, кто играл на Джиггерновте. Так, погоди. Кво был на Марте. Марч был на... Не, Марч был на Бристлбеке. Форев, да. Вот. Он штатный джиггернаут, у него забинжен вард на какую-то кнопку, очевидно, и он очень здорово его контролит. Корейцы. Он не дает. Ну так, корейцу дай что помикрить, он бы 10 вардов бы мог там хороводы ими водить. Очень неплохо он контролирует, и если нету героя... Кстати, вард джиггернаут нельзя недооценивать. Почему, опять же, на мой взгляд, можно джиггернауту неплохо контрить именно ченом за счет крипов? Можно взять кого-нибудь одного тролля, да и послать, и, блин, и как бы, и что делать? Утроляет этого хп до хрена, вард либо в итоге он убьет, либо его надо увести, либо надо как-то вот убить этого тролля посреди драки, тоже не очень приятно. Или там, да, вард уехал, вы там как-то напали, там такое, да. Типа, а когда у тебя ребят. Ничего такого нет, да, а что, Зевс дал ульт, все все дали, там статик штормы, пошли в финир, а там просто палочка такая, тут улетает и регенит по 4% в секунду, по 5 вообще, если замакшено. То зря так Нави. Да, на самом деле, вот... По пикам я полностью согласен. Вообще, корейцы выглядели очень классно. Вот и за них... И не только по пикам. Да, вообще, за них было... Ну, за ними было интересно наблюдать. То есть это не просто они из-за того, что кто-то совсем плохо играл, тащили. Они даже, когда кто-то играл хорошо, делали правильные решения, правильные мувы, там вовремя отступали. Вот эта фантомка, которая БКБ вторым артефактом собрала, между прочим. По-моему, первым. После ПТ, да, я имею в виду, типа, ПТ, да, типа, ПТ, БКБ. Моя школа, еще и Владимир покупают они. Да, то есть это нормальная фантомка, которая думает, то есть она знает, что, чувак, там, 4 типа, которые тебя стирают в порошок, и Слардар. Да? Здрасте, собрал БКБ, все, минус 4 пацана, грубо говоря. Ну, стоит отметить, что я уж не знаю, как они такого добились, но я так полагаю, что это элементарно огромное количество практики, потому что это та команда, которая прямо здесь, находясь, 24/7 играет в Дотан. Они все время играют в Доту. В отличие от их оппонентов. Да, они даже, когда их зовут уже на сцену, они играют в Доту. Они папчики за 30 минут до начала игры мы играют. Мы вчера их ждали. Да какие за 30 минут? Мы вчера их ждали, мы уже вот сидели, с ребятами там настроились, а их еще нет. И у нас там, ну, кто-то просто смотрит эти игры, мол, самые популярные в списке Доты. И самое первое, там 5 корейцев в папчике катают. И мы такие, типа, опа, я там говорю, экстримчик, поторопи, пожалуйста, этих друзей. То есть они, ну, очень много практики, и, видимо, из-за этого они очень хорошо координируются в драках. Это большая проблема многих команд. И многие думают, как бы нам научиться координироваться в драках. Да никак, играть просто, вместе уметь просто играть в доту надо. Как они говорится. Автоматизируют свои навыки, да, путем бесчисленного повторения, и потом, когда ты заходишь за место, если кто-то думает, а что бы мне там сделать, как прожать БКБ, а что мне собрать. Это банальный пинг какой-то, да. Да, эти ребята, они уже на автомате все, ну, в этой игре все сделали. Да, потому что чем больше ты играешь, тем чаще ты попадаешь в одни и те же ситуации игровые, даже в драке. И как бы у тебя моделируется это в голове. Оп, это было. Тут надо. Ну да, так. Да, ты уже просто начинаешь там в пилоте жмакать кнопки. Да, это на самом деле так и работает. Поэтому их вот упорство и огромная практика, они вот дают плоды. Потому что в драках они на самом деле. Вот на этом турнире, я так скажу, может быть, Empire могут как бы посоперничать по координации в бою. И, а может, на самом деле и не могут. Empire там другие вещи у них намного выше, чем... Ну, у них комбо-комбинг, тайминги там хорошие. У них там много всего. Опыт позволяет им... Но вот именно по координации действиям в драке MVP просто топ. Очень хорошо все делают. Напоминают топовую китайскую вот команду, такую мощную. Ну, кстати, статистика пришла по дэмэджу и по хилу. Висп выхилил 8,8, а Фаник и Хвост нанесли в сумме 9,000. То есть один Висп, в принципе, вырубил двух героев на протяжении матча, они урона не наносили. Как-то это очень хорошее. Но это вот один герой, суппорт, сделал больше, ну, сделал столько же пользы, как два кэрри. Ну да, да. Причем многие могут подумать, что я говорил, что Висп плохой герой. Я говорил, что он плохой, когда он взят вот просто одиночный герой. Когда... А тут под него и Джиггернаут, и с Бристлбеком он хорошо щит бегает. Из трех милишников, которых он выхиливает. Да, да, да. То есть ему есть чем заняться. Он не просто безыдейно притягивается к Скаймагу, чтобы ему ману на арканболты заливать, как это иногда бывает. Типа, не, но идея-то тут есть. Я видел этих идей, и где они теперь. Я участвовал? Нет, вроде бы ты не участвовал. Хоть тут пронесло.
Да, ну, в общем, в любом случае, игра была очень интересная. Впереди у нас серьезная заруба. Эти же самые ребята теперь будут играть против поларов. Там Иллидан. Там Иллидан. Он знает, что делать с корейцами. Он бристлбеков редко пикает в таких ситуациях. Да, ну... Он сейчас собрался? Да-да. Ну, не, вообще, вот мы с Ильей тоже когда разговаривали, он заходил тогда в лаунж, тоже про этого варлока, что он какой-то нереально бешеный, что ну его баня вообще против него играть, там и так далее. То, что, ну, блин, корейцы страшно. И варлока, кстати, Нави банили в обоих матчах, кажется, да? Да, но не на ферст баны, то есть корейцы могли брать, если хотели. Третий-четвертый бан. Кажется, у них в последней игре вообще ласт баном варлок улетел. Тоже. Кажется, они даже Нави не считали соперников. Думаю, да ну, варлоком будем гранд-финале. Ребятка из папочки раскатаем. Да нет, я на самом деле скорее наоборот. Они, наверное, очень хорошо готовились против Нави. И почему-то решили не играть именно с варлоком, вот эти стратегии типа пуш, а играть дефолтную какую-то более такую доту, что ли, с выходом в лейт, там такую. Ну что, у вас есть еще что по игре сказать, кроме всего лучшего момента? Я думаю, по основные моменты мы прошлись. Да, ну что ж, друзья, мы будем потихонечку уходить на рекламно-музыкальную паузу, после которой мы обязательно с вами встретимся на следующем матче MVP Phoenix против Asus Polar. Так что далеко не разбегайтесь, увидимся уже совсем скоро. Гелі для душу Аксаполло та Діп Спейс. Прийми душ як герой.